нормальный образец вот у меня. В прошлый раз понравился халцедон. Тут вот яблочки. Красота. Вылетели. Вот этот особенно интересный. Это вогнусодок. Ужас сколько. Отмывать только надо. Две шапочки. Тоже неплохой образец. После трудов праведных Александр отдыхает. Убавились. Можно переводить на образцы, да? Можно. Можно переводить камеру. На часть образцов. На часть образцов. Конечно. Там даже каёлку для масштаба фильма. Ну, да я вон руку поставлю. Интересно будет, когда отмоется. Хорошо. Клад. Вот это уже. Ну, все удачно. Смотрите, какой перелив интересный. Здесь вот даже зеленый, красный цвет есть. О, истоца. Здесь вообще он красневющий. Вот тоже. О, красивый будет камень. Вот здесь видите, какой рисунок, тоже необычный. Не как шайтанский перелив. Тоже симпатичный рисунок. Оба-на! Вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Ну где вы, клещики-то? Говорю.
Да. Интересно. Ну вот, погода распогодилась, солнышко выглянуло. Решил отвал покопать. Так, вроде ничего доброго, но один образец капитальный, конечно. Ну как капитальный? Мне понравился. Ну, вот турмалин сидит. Шерл на пегматите. Классика. Тоже вот кристаллики один за одним. Раз, два, три. Согласно лежат. Плюс он еще. Ну, это видно, из-за нора вытащен. Правда, на стенке ничего нет, кроме вот этого единственного кристаллика. Ну, тоже. Ну, это все из одной серии. Вот это осколок кристалла. Но опять же, видите, головка целенькая. Тут шпатик интересно, он такой. Горку сделали. Хороший образец. Ну, вот тоже неплохой. Жаль, конечно. Один-то хороший. Кристалл. Ну вот, тоже неплохой образец будет. Ну давай, настраивайся. Мусковит как вырос в кристалл кварца. Вот второй маленький еще. Росток. Ну вот, из-под дерна такой вот сросток кристаллов. Ну это уже. Вот пегматит.
Вот, а это вот занорная штука. Конечно, это мизер. Ох, вон какие кристаллички. О, малюхотные. Ну как они мне нравятся. Вот именно вот. Долбить жилу решил, посмотреть немножко отвал. Неплохой образец. На мой взгляд попался. Во-первых, он не маленький. Водички надо. Вот тут гранат неплохой, целая семья. С одной стороны, с другой стороны, вот здесь, вот видите, в кварце гранат тоже. И где-то еще. А, вот целый слой. Целый слой гранатовых. Ну, это седло удобное стало. На эту сторону перевернулся. Тут вот слюдка идет. Слюдка, значит, интересно. Вот тут вот слюдка идет хоть. Где слюдка-то, там точно гранат может быть. Не понять тут. Справа. Справа часть отвала. Вот видно, что похоже на отвал. Хотя нет, смотрите-ка. Какая она плотная. Блоки лежат плотные. Вот такой вот слюдки с кварцем. Может быть, мелкий гранат. Мелкий гранат здесь лучше, он прозрачный. Опять же, крупный он. Есть крупный. Сколько? Ну вот, мелкий гранат попался. Его плохо видно. Вот гранат там, слюдка прилеплена. Здесь вот мелочь. Там. Ну это хоть интересно, а то уж хотел яму бросать. А тут какой-то хоть шанс появился. Отложим. Отложу. Там разберемся. Ну вот, интересно, и здесь что-то похожее, вот шпат белый, 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 а потом, видите, полость выложена вот таким вот шпатом, вот, видимо, своего рода занорчик тоже, вот гранат, и тут гранатик сидит. Как бы остыгры. Ну, в общем, понятно, да? Так. Вот слюдка идет. Ручейком таким вот. Вот так вот. Вот, вот здесь, вот здесь. Вот. Вот где слюдка, там гранат, ну очень мелкий. Вот. Отложим. С этой стороны, наверное, надо. Во всяком случае, здесь целые гранаты.
И образец сам более-менее внушительный. А вот мелкий гранат. Не знаю, видно, нет, тут вообще светится. Гранат в кварце. Ну и вот даже гранатик маленький в шпате сидит. Хороший образец.